Ребята, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель 039. Сегодня я в родном Светловском лесу. Приехал маленько побродить по войне. Зашел вот в дебри. Ищу старую дорогу. Вот по карте обозначено, в реале от нее вообще уже ничего не осталось. Паутины дофига. Уже так осенью пахнет конкретно. Так что не переключаемся, сейчас будем искать, что-нибудь да подкинет наш лесок родной, надеюсь. Так что не переключаемся, друзья. Погнали. Вышел на тропиночку. Иду прям по ней. Звенит, пуговки, ППШовские патрончики. И штычок вылазит. К сожалению, без рукояточки. Он остался чуть-чуть. Совсем чуть-чуть от нее. Еще дозвонил сигнальчик, а вот и ручка от него оставшаяся. Сейчас чистану. Вот он как-то так выглядел. Как говорится, остатки былой роскоши. Позиции пошли. Битый кирпич. След отпечатан на кирпиче. Интересная штука. Ботинок типичный немецкий. Номер тут присутствует. Что, фокусироваться будем? Нет. ВН-11Е. Подкова. Шнурки кожаные, кстати, еще остались. Парочка пуговиц вермахтовых выпрыгнула вот на краю окопчика. Так, планшеточка от карабина, маузер с номером. П-2086. Очередной блиндажик. И на входе зацепчик вылазит с вот таким вот клеммом. Комары такие маленькие, злые. Просто вот вьются вокруг, не дают покоя. Хороший сигнальчик был. Наполовину торчала из земли вот какая-то крышечка или накладочка.
такой маркировкой. Букама 24/6. Что за букама такая? От техники, от какой-то или от чего? Залез в ячейку. Похоже, ячейка была. Кто-то ее долбил уже в свое время. И вот в стеночках еще наковырял здесь. Какая-то приблуда. DFH. F? Что это такое? На проводе. Тут катушки какие-то. Медные. Ну что-то какой-то измеритель был, похоже. Колбочка. Противогазная фурнитура. Крышечка. Планшетка от Маузера. И вот это вот, походу, продевать нитку в иголку. Приспособа. Как-то так. Небольшую помоечку напал. Чуть-чуть шурфанул. Мусор лезет всякий, непонятно какого происхождения. Железо, короче, какие-то вот фарфоровые штуки. Такая. Вот это вот что за спортлото. Бочонок какой-то. Непонятно, от чего это. То ли с электрикой связано, то ли с чем. Как-то вот так вот. Интересного ничего. Так что иду дальше. Дождик закапал. Ну, лес, конечно. Красота. Уже потихоньку осень подступает. Осень подступает. Прекрасная пора. Не переключаемся, идем дальше. Железная дорога. Там вот город светлый у нас получается. Был сигнал под деревом, ребят, он где-то выкопан. Как выяснилось, это пчелиная какая-то. Пчелиный объект, короче. Не пчелиные, а осы. Или пчелы, не пойму. Осы крутятся. Получил удар сразу. Блин, не фокусируется. Короче, вон в руку бабахнули меня. Земляные осы. Вот 10 метров от ос. Отошел, топорик вылазит, но никакой уже, крошится в руках. Рядом с топором еще сигнальчики были. Вот обоймы вылазят. И остатки подсумка. Пимпочка цветная вот эта звенела хорошо. Покрутимся здесь еще, покрутимся. Следующий сигнал. Не знаю, что это. Такая штука вылазит. Вот здесь кольцо. Колпак какой-то. Кто знает, подскажите, пожалуйста. На конце резьба и усики. Первый раз такое встречаю.
Сейчас смотрите, канавка идет. Значит, сигнальчик у меня. Такая вот фурнитурка. И здесь вон торчит ремень, походу. Тянуть не буду, сейчас выкопаю аккуратно, покажу. Так, ребят, получилось в этой ямке. Кроме всего прочего, пузырек выпал. Ремень без пряги, к сожалению. Такой вот зацепчик у него. Клеймо. Почти Дольче Габбана. ДНЦ. Вот так вот вышло. Но все равно прикольно, что. Фурнитурка такая. Ладно, идем далее. Где типа ремень был, еще сигнальчики были. И еще улазит карабинчик, зацепчик один. Клеймо такое же. Я так понимаю, это типа от разгрузки ремень. Не просто ремень, а как корсет, типа как он, портупея. Вот. И дальше еще. Сейчас не снимал, как выкапывал. Сигнальчик был. Что это такое? Такая штука. Большая. Размер. И с этой стороны ручка. Типа как лючок какой-то. Кто знает, подскажите, что это. От чего? Ну все, ребят, закончил коп. На сегодня в нашем лесу родном. Что получилось, значит? Ну, штычок. Подломленная ручка. Ремешок вот такой вот вылетел. Ну это Y-образная, походу, разгрузка это. Не разгрузка, как она, портупея типа. Дальше крышечка такая. Букама 24/6. Пару планшеточек маузеровских. Пузырек такой. Что тут у нас? GH50. Крышечка. Такая вот пробирочка. Ну и фурнитура всевозможная. От разгрузки от этой. Вот еще кусок ремня. Тоже с клеймом. Клеймы одинаковые. ДНЦ. Вот это вот неведомая штука. Что это такое? Кто знает, подскажите. Что это за воронка такая? Дозатор какой-то. Вот тоже прибор какой-то был. DFHF. Это вот походу стопочку делали из ракеты. В общем, так, еще мелочевочка всякая, пуговки. Все, спасибо всем за просмотр. Ой, до новых встреч.